Здравствуйте, наши дорогие друзья. Вставляем вам машину темперирующую, глазировочную Т400Е. Вот так она выглядит. Машина имеет комплектации дополнительно сетчатый транспортер. И давайте рассмотрим более подробно функционал машины. Здесь мы задаем температуру. Здесь у нас есть, соответственно, так называемая, как ее правильно назвать, съем лишнего шоколада. Также у нас есть скорость подачи шоколада и транспортер. Конструктивно у нас шоколад выходит из трубы, льется на диффузор, из диффузора распространяется полными струями на изделие, и дальше стоит воздуходувка, которая сдувает лишний шоколад. Все, что не попало на изделие, попадает туда, в бункер. Бункер мешается с подогревом, и отверстие, где у нас идет забор шоколада. Есть, соответственно, у нас педалька, которой мы можем управлять. Ну, новый корпус сделали итальянцы. Вообще, какая нержавеечка. Можем регулировать подъем-опускание. Это для того, чтобы мы можем полностью изделие глазировать, либо можем только, например, поставить диффузор для того, чтобы в этом диффузоре изделие только, например, покрывались донышко. Итак, Гамми темперирующая глазировочная машина Т400Е. 400, как мы понимаем, это ширина вот этого транспортера. Вот маленькая компактная машина для глазирования итальянской компании Гамми. Очень симпатично выглядит. Ну что, мой дорогой друг, подписывайся на канал, ставь лайк. А иногда можешь ставить дизлайк, если увидишь ляп. Поэтому и напиши обязательно, почему ты поставил дизлайк. Чтобы я тоже посмеялся, как и ты, над моими ляпами. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.